Можно ли кормящей маме шампиньоны? Но грибы всегда остаются грибами, независимо от того, где и как они выросли. С точки зрения отравлений, шампиньоны – самые безопасные для кормящих мам. Можно ли кормящей маме шампиньоны? Но все ли грибы такие? Более того, они могут быть опасными, поскольку впитывают токсичные вещества. Они плохо усваиваются организмом, вызывая тяжесть в желудке. Наверное, вам известно, что всеми очень любимые грибы являются вредными для здоровья. Когда нельзя кушать грибы, любой врач запретит употреблять их тем, у кого проблемы с желчным пузырем или печенью. Если кормящая мама не жалуется ни на что, немного шампиньонов можно ввести в рацион. Но многие врачи советуют не рисковать. Употреблять грибы лучше с 4-месячного возраста ребенка. Польза шампиньонов при грудном вскармливании. Шампиньоны являются диетическим продуктом. Они не содержат жиров и сахара. В сотый год всего 27,4 килокалории. Они богаты на витамины и минеральные вещества, что так необходимы для кормящей мамы. Калий, цинк, йод, железо и фосфор, что укрепляют иммунную систему, витамины С, Д и Е. Шампиньоны – это энциклопедия витаминов группы В. Так, тиамин в одном помогает избежать головной боли, от которой часто страдают женщины после родов, а рибофлавин в 2 обеспечивает функционирование печени, берет участие в процессе кроветворения. Аргинин и лизин, аминокислоты, регуляторы артериального давления, отвечают за гормон роста, умственную деятельность и память, улучшают обмен веществ и очищают организм от шлаков. Как кушать шампиньоны при ГВ? Шампиньоны вкусные в любом виде. В период грудного вскармливания женский организм нуждается в легкой пище. Если вам хочется грибов, отварите их или ешьте в тушеном виде. Но никаких маринованных и жареных шампиньонов. Жиры и кислота – не самая полезная пища для мамы и ребенка. Кормящая мама может посмаковать очень вкусными шампиньонами с яблоками. Для рецепта понадобится 500 грамм грибов, 4-5 яблока, не очень сладких, полстакана грибного бульона. Шампиньоны хорошо помойте, порежьте небольшими кусочками и положите в сотейник. Налейте немного воды и оставьте на 20 минут на огне. Тем временем помойте и очистите яблоки, порежьте дольками, добавьте к грибам, посолите и залейте грибным бульоном. Потушите еще 10 минут. Блюдо готово. Как видите, однозначного ответа на вопрос, можно ли кормящей маме шампиньоны. Нет, попробуйте, и делайте вывод на основе своего самочувствия и поведения ребенка.